Друзья, всем привет! Продолжаем рассказывать про всякие разные интересные игрушки для нашей системы умного дома на базе программки Tuya Smart, либо Smart Home. И сегодня я хочу вам рассказать вот про такой вот датчик движения с AliExpress, который я приобрел на днях на распродаже 11.11. Он уже перешла эта вещь очень быстро, буквально за 2 недели, что, кстати, нонсенс. Обычно то, что ты заказываешь 11 числа, приходит к тебе, скорее всего, весной. Но в этот раз в Беларусь за 2 недели. Что ж, посмотрим, что это такое, как это работает и зачем это нужно. Погнали! Итак, Wi-Fi датчик движения. Это у нас обычный PIR-датчик. Внутри все это дело выглядит вот так. Он размером ровненько с ту коробочку, с которой он поставляется. Внутри идет сам датчик, двухсторонний скотч 3M, на который можно вот так вот прикрепить и к стене. Инструкция по эксплуатации, в которой рассказано, как все это дело подключается, где скачать приложение и так далее. Иголочка идет для подключения, один болтик, чтобы вешать на стену. И на сам датчик уже закреплено вот такое вот крепление, которое мы условно крепим к стене, а потом на него крепим сам датчик. По комплекту, в принципе, все. О чем нам рассказывает коробка? Здесь, как всегда, есть QR-код, по которому можно скачать приложение, но здесь идет именно приложение Smart Home. Я же пользуюсь Tuya Smart, но по факту это одно и то же. Может как и для Android, так и для Apple подходить все это дело. Значит, что написано на коробке? Питается датчик у нас от 3 батареечек 1,5 вольта. Формат 3А. 1 год может работать от этих батареек, но мне кажется, что больше нет, чем да. Такие вещи работают обычно по полгода, потом надо менять батарейки. Дистанция у него 5 метров чувствительности и угол 120 градусов, то есть его луч. При этом он работает в частоте Wi-Fi только 2,4 ГГц. Если у вас модем на 5 ГГц, то про такие игрушки забудьте. Такие вещи работают только в частоте 2,4. По самому датчику. Вещь сделана достаточно приятно. Все углы скруглены, нигде ничего не торчит, никакого острого корявого пластика нет. Сам купол датчика не шатается. Сзади, как мы видим, есть кнопочка «включить-выключить». Это, кстати, редкость на подобных устройствах. Кнопка для сброса. При помощи этой иголки мы зажимаем данную кнопку, и в дальнейшем датчик будет мигать, чтобы его подключить. Но это я покажу отдельно. И питается все это дело от, как я уже говорил, 3 пальчиковых батареек формата 3А. Батарейки в комплект китайцы, конечно же, не кладут, поэтому за ними в любой ближайший магаз. Итак, для чего же это надо? Значит, его можно использовать просто как сигнализацию, например. Купили один датчик, стоит он, по-моему, в районе $9, я уже не помню. Ссылку на него я оставлю в описании, где брал, можете посмотреть сами, потому что на распродажах это ценник обычно отличается. Где-то поставили, подключили к приложению Tuya Smart, настроили в нем охрану, и как только в радиус действия датчика кто-то входит, сразу срабатывает охрана. На приложение к нам приходит уведомление, в котором говорится, что датчик сработал. Вот вам, пожалуйста, сигналка через интернет за условные $10. При этом я хочу его использовать не только просто как охрану, но и вкупе сценарий через разные устройства. У меня, допустим, вот куча разных умных розеток, вот такие вот умные выключатели света есть, которые тоже работают по Wi-Fi. В общем, много разных исполнительных устройств. И я буду вешать данную штуку на даче на веранде, чтобы когда я подходил к входной двери, у меня сигнал от нее шел, допустим, на вот этот вот умный выключатель света, за который у меня будет подцеплен свет на улице, и на пороге будет зажигаться свет. А когда движения не будет, спустя условно там минуту, свет в автоматическом режиме будет выключаться. То есть не надо будет туда-сюда ходить, включать-выключать свет. Точно так же можно с любым исполнительным устройством его завязать, допустим, как с такой вот умной розеткой, умным выключателем, умным пультом,
В общем, с чем угодно, либо даже просто отправлять уведомления вам на телефон. Про все эти устройства я уже, кстати, рассказывал. Все это есть в плейлисте вот по этой ссылочке. Можете посмотреть. Итак, теперь давайте попробуем подключить данную штуку к нашему системе умного дома Toya Smart. Как видите, передо мной лежит телефон. Берем наш датчик. Предварительно его, конечно же, включаем в положение ON. Зажимаем кнопочку Reset и держим. Ой. Все, повернул, чтобы было видно. Держим, и, как видите, он начинает моргать. При этом устройство сразу обозначилось у нас непосредственно на самом телефоне. Жмем клавишу «Добавить» и добавляем данный датчик непосредственно в нашу систему «Умный дом». И давайте перейдем, посмотрим, что там будет дальше. Идет добавление датчика. Все, датчик добавлен. Дальше заходим в его интерфейс. И видим, что датчик на данный момент показывает Motion Detected. То есть он показывает то, что я тут сижу и двигаюсь. Всего у него будет два состояния. Когда он видит движение. И вот такое вот, когда он не видит движения. Дальше мы заходим в настройки. И можем здесь видеть уровень заряда батареи. Здесь можно также поставить тревогу, приходящую к нам, когда будет низкий заряд батареи, и тревогу по обнаружению движения. К примеру, мы ее включим. И сейчас я покажу, какое будет приходить уведомление, когда датчик обнаружит движение. Вот, пожалуйста, полетело уведомление о том, что обнаружено движение. Как видим, и звуковое сопровождение, и все это дело в центр сообщений к нам будет уходить. Ну, тревогу, я думаю, мы обнаружим. Но интереснее всего, конечно, с этой штукой делать разного рода сценарии. Для этого мы заходим во вкладку «Сценарии» и жмем «Добавить». Для примера, при изменении статуса устройства выбираем наш датчик движения, состояние пассивного ИК, перевод, конечно, такое себе. Команда «Состояние пассивного ИК» означает, что датчик движения обнаружил движение. То есть, если он обнаружил движение, допустим, тогда, я не знаю, включим лампу в детской. Запустить устройство. Вот у нас лампа в детской. Switch on. Сохранить. Далее. Сохранить. Да. И, допустим, также можно создать и второй сценарий. Добавим изменение статуса устройства. Если датчик движения состояния пассивного ИК никто не прошел, то есть он не обнаружил движение, тогда, допустим, сделаем отложенное действие в одну минуту, и после этого добавим еще действие запустить устройство лампа в детской switch off, то есть выключить, сохранить. Далее сохранить и начнем использование. При этом что получается? Мы зашли в детскую, если там стоит данный датчик движения, и лампа в детской включилась. Если мы вышли из детской и минуту там никто не ходил, то лампа в детской выключится. Такого же эффекта я хочу добиться у себя на веранде на даче. К входной двери подошел, свет включился. Отошел. Свет через какое-то время выключился. Вот такая вот интересная штука, дорогие друзья. Как видите, 3 копейки она может сделать очень полезные вещи, начиная от охраны и заканчивая, конечно же, уютом и комфортом в нашем умном доме. Добавить нам разного рода фич по присутствию в том или ином помещении. Ну, в принципе, об этой штуке все. Ссылку, где брал, оставлю в описании. Там же будет на все вот эти исполнительные устройства. И все, что у меня есть с других датчиков, ссылочки. Кому интересно, смотрите. Ну, а кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. А мы продолжаем. Всем пока!